push the button. В Театре Кодекс в центре Hollywood and Highland начинается церемония вручения наград World Music Awards 2005. Ведущие Джеймс Дентон и Кармен Электро участвуют. Пола Абдул, Памела Андерсон, Тони Брэкстон, Хилари Дафф, Мелисса Этеридж, The Game, звезда сериала «Остаться в живых» Мэгги Грейс, Дэрил Ханна, Рэйчел Хантер, The Killers, Анна Курникова, Ник Лашей, Бай Линг, Рики Мартин, Джермейн Дюпри, Дженни Маккарти, Келли Монако, Келли Осборн, Шэрон Осборн, Эрик Робертс, Роллинг Стоунс, Антонио Сабата-младший, Шейла И, Виктория Сильверстад, Снуп Дог, Соланж, Гвен Стефани, Дженнифер Тилли. Перед вами выступит Эйми Ри, Бьяджи Антоначчи, Бэби Фейс, Бон Джови, Мэрайя Кэрри, Дестинис Чайлд, Элиса, Дельта Гудрам, Филипп Киркоров, Пати Лабел, Тиара Мари, Аланис Морисет, Риэна, Кид Рок, Карлос Сантана, Ашер и Стиви Уандер. Calling me baby, why the sudden change? Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, better say my name. The other day, my pal, you'd say, baby has a day, today the same. Every other word is a huh, okay. Could it be that you agree with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. Baby, why you got to lie? I'm all up in your game, boy, you better say my name. What? Say the name of something. Don't go down the way of things. Show me the way the way I can stray. If no man is holding you back from me. If somebody's there, then tell me who. Say my name. Say my name. Say my name, boy. Say my name. Hey, say Beyonce. Say my name. If no one is around, say my name. Say Kelly. Question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring or sell it when I'm feeling lonely. When it's all over, piece it up and leave. Question. Tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get this to miss. Pay my own car, no, then I pay my own bills. Always 50-50 relationships. Shoes on my feet, I bought it. Clothes I'm wearing, I I'm wearing, I bought it. The house I live in, I bought it. The car I'm driving, I bought it. Что сегодня с залом? Поднимайте руки! I'm
Ведущие церемонии World Music Awards 2005 Джеймс Дентон и Кармен Электра. Что ж. Большое спасибо. Добро пожаловать на нашу церемонию. Сегодня мы... Джеймс, я видела, как ты смотрел на тех красоток. Я думаю обо всех нас. Сегодня мы вручим награды самым успешным артистам во многих категориях. Жарковато здесь. Сегодня я захватила с собой пару секс-бомбочек. Дамы. Унесите Дентона на небо. Я слышу свое имя. Бомбочки, значит. Так вот, сегодня мы вручим награды самым успешным артистам. Во многих категориях. Например... Ты такой напряженный. Тебе нужно расслабиться. Нам нужно работать. Хорошо. Я профи, я смогу. Мы награждаем артистов-лидеров продаж за последние 12 месяцев. Перед нами выступят лучшие музыканты мира. Что ж, давайте начнем. Она взяла штурмом книжные магазины. Она автор нового романа «Сраженная звездой». И потрясающая... Бомбочка. Актриса. Памела Андерсон. Привет. Мне выпала честь вручать первую награду вечера поп-группе, продавшей больше всего альбомов. Знаете, когда я слышу слово «поп», я надеюсь, что у меня нигде... Начинаем отсчет. Самый успешный поп-группы мира. На пятом месте «Gorillaz». На четвертом «Иль Диво». На третьем – Maroon 5. На втором месте – Black Eyed Peas. И самой успешной поп-группой стала Destiny's Child. Destiny's Child – самая успешная поп-группа в мире. А кричать можно? Хорошо, вообще-то нас учили вести себя на публике. Как у меня получается? Мы хотим поблагодарить всех, кто с самого начала поддерживал Destiny's Child. Наших замечательных менеджеров Мэтью Ноулса, Мисс Тину. Родители Бейон, Стины и Мэтью Ноулс. Сони Коламбию. Да, BMG. Да благословит вас Бог. Спасибо, Господи. Следующую награду вручит один из лучших рэперов мира. Для его ребят и его футбольной лиги он тренер. И он привел с собой всю команду. Прямо со Снупа Кубка. Снуп Дог и его снуперская команда Роланд Рейдерс. Давайте повеселее. Этот вечер для тех, кто стал лучшим в своей игре. И эти ребята, которые здесь со мной, классно играют. Это Роланд Рейдерс, юниорская лига. Это одна из команд, играющих в моей детской футбольной лиге. И они чемпионы, как и финалисты в категории «Самые успешные артисты в стиле R&B». Давайте отсчет. Самые успешные артисты в стиле R&B. Пятое место – Ар Келли. На четвертом месте Сиэра.
На третьем месте Алиша Кис. На втором Ашер. Да. Самый успешный артист, поющий в стиле R&B, Мэрайа Керри. Мэрайа Керри. Самый успешный артист, поющий в стиле R&B. Боже мой. Спасибо, Снуп. И спасибо всем этим замечательным футболистам. Давайте еще поаплодируем им. Прежде всего, я хочу сказать спасибо Богу. Без Его помощи сегодня меня бы здесь не было. Спасибо Тебе, Господи, что провел меня через все, что я пережила. Я так благодарна всем, кто поддержал альбом Emancipation of Mimi. Спасибо, Элла Рид. Ты гений, я тебя люблю. Спасибо, Марк, Дэнни, Реджина. Большое спасибо всем вам и прежде всего всем моим поклонникам, которые бесконечно преданы мне. Я люблю вас всех. Спасибо. На сцене актеры Дженнифер Тилли и Эрик Робертс. Следующая исполнительница – блистательная суперзвезда, и мы очень рады, что сегодня здесь состоится мировая премьера ее нового сингла «Crazy». Вы должны узнать эту песню. Несколько лет назад этот хит исполнил Сил. Встречайте потрясающий Аланис Морисет. That's what he goes in for, is to unlock the dialogues. Goes around him, criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, touch your face again. Miracles will happen as we dream. We're never gonna survive.
Одна из крупнейших российских звезд представит российская чемпионка по теннису Анна Курникова. Да, в России было бы невозможно найти того, кто не знает этого артиста. Поэтому на моей родине он самый популярный певец. Можете не верить мне на слово. Вот вам доказательства. Дамы и господа, самый успешный российский певец Филипп Киркоров. Yeah.
потрясающее выступление. Спасибо. Спасибо, Америка. Из России с любовью. Филипп, поздравляю. Ты снова получаешь эту награду. Ты действительно самый успешный артист в России. Филипп Киркоров, самый успешный российский певец. Спасибо, Аня. Thank you. Спасибо. Потрясающе. Это потрясающий вечер. Невероятно. Я хотел бы поблагодарить ABC и World Music Awards за то, что они дали мне шанс представить мою страну и себя новой аудитории. Большое спасибо. И еще я хочу поблагодарить всех моих русских поклонников по всему миру. Спасибо. Спасибо вам за поддержку. Я люблю вас. Я люблю вас. Артистку, которая вручит следующую награду, я представлю своим лучшим дикторским голосом, потому что если я хоть чуть-чуть дам петуха, она мне это припомнит. За ее плечами 6 абсолютных хитов. Это Пол Абдул. Пару месяцев назад я услышала по радио песню, которая свалила меня с ног и возродила во мне любовь к танцу. Эта песня стала хитом по всему миру. Сегодня эта певица участвует в церемонии World Music Awards. И я представляю ее вам с ее песней «One Thing», возглавившей хит-парады. Приветствуйте очень талантливую и красивую Эми Ри. That had that one thing. It's this one thing. Got me tripping. It's this one thing. Ow! Let's go. Yeah.
Спасибо! Всего хорошего! Это было зажигательно. 20 сентября никуда меня не приглашаете, потому что я буду дома смотреть, как наши гости сразятся с финалистом шоу ABC «Танцы со звездами» Джоном О'Херли в конкурсе «Танец начинается». Я занята и следующим вечером, потому что я не могу пропустить другую нашу гостью в премьере нового сезона сериала «Остаться в живых». Как хочется узнать, что же в том люке? Я тебя люблю. И я тебя люблю. Спасибо. Пожалуйста. И вот те, ради кого я проведу эти два вечера дома. Келли Моника и Мэгги Грейс. Мы вручим награду самой успешной артистке-дебютантке. Самой успешной артистке-дебютантке. На пятом месте Наташа Беддингфилд. На четвертом месте Фантейжа. На третьем месте Эшли Симпсон. На втором Сиэра. И самая успешная артистка-дебютантка Гвен Стефани. Гвен Стефани сейчас в турне, поэтому мы попросили одну из ее самых преданных поклонниц проникнуть к ней за кулисы. С нами по спутниковой связи Хилари Дафф. Я так рада вручить ей эту награду, потому что обожаю эту певицу. Привет, Гвен. Хилари Дафф. Все в порядке? Да, спасибо. Поздравляю. Гвен Стефани, самая успешная певица-дебютантка. Для меня большая честь вручить тебе награду World Music Awards как самой успешной певица-дебютантки в мире. Я сдаюсь, невероятно. Большое спасибо. Поздравляю. Нас слушают по всему миру, и это самое приятное во всем, что я делаю. Большое спасибо. Я так благодарна. Большое спасибо. Спасибо. Приветствуйте два поколения Осборнов и моих подруг Шэрон и Келли. Новые имена — это плоть и кровь музыкальной индустрии. И кто знает про кровь, пот и слезы больше Осборнов. Мама, пожалуйста, не начинай опять. Я хорошо себя веду, я ничего такого не делаю. Ладно, я паинька. Я подумала, что ты опять начнешь выражаться. Нет. Но, Келли, если так подумать, ты права. Даже твой отец когда-то был начинающим артистом. Помнишь? Прости, я думала, ты начнешь... Не позорь свою мать, веди себя прилично. Начинайте отчет финалистов в категории «Самый мировой певец успеха». Новый, совершенно новый артист, чьи записи наиболее успешно продавались по всему миру. Самый успешный новый артист. На пятом месте Джон Ледженд. На четвертом Роб Томас. На третьем месте Эйкон. На втором Ллойд Бэнкс. И самый успешный новый певец в мире The Game. The Game. Самый успешный новый артист. Как клёво получить эту награду. Я никогда не думал, что окажусь здесь. Уэс, чувак, ты меня понимаешь? Спасибо, доктор Дре, что помог мне раскрутить мою карьеру и оказаться среди лучших в лиге.
Спасибо моему сыну Харлему Карану, который вдохновлял меня. Без тебя нет меня. И спасибо Господу за все его благословения. Всего хорошего. Певица, которая вручит следующую награду, в этом году потрясающе выступила на церемонии Грэмми. Мы были особенно рады ее возвращению, потому что увидели, что у нее все в порядке. Встречайте Мелиссу Этеридж. Спасибо. Спасибо. Всего в четвертый раз в истории World Music Awards вручается бриллиантовая награда, потому что, чтобы получить ее, нужно продать свыше 100 миллионов своих альбомов. Но эти ребята играют так классно, что это неудивительно. Уже более 20 лет они стоят на передовой рок-н-ролла. Это видео нарезка чуть больше расскажет вам об обладателе бриллиантовой награды Бон Джови. Обладатель бриллиантовой награды 2005 года Бон Джови. В том, что касается ведущей американской рок-группы, цифры красноречивы. У Бон Джови действительно поразительные достижения. 20 лет вместе. 100 миллионов альбомов продано по всему миру. 2500 концертов. 32 миллиона человек увидели живые выступления Бон Джови в 50 странах. В итоге 4 блистательных музыканта, ведущая сила американского рок-н-ролла. Бон Джови подарил нам рок совершенно нового стиля, звучащий в плеерах по всему миру. Эта безумно талантливая группа подняла американский рок на новый уровень. Бон Джови и его музыкантов слушают по всему миру. Они легендарные новаторы рок-н-ролла. Они сделали метал музыкальным мейнстримом и стали кумирами меломанов независимо от их пола и возраста. Да, мы увидели, чего они достигли. Теперь послушаем их вживую. Приветствуйте, Бон Джови! Well, either tell me it was black or white. Mama, can you help me try to understand? Skin sense a difference in a boy and a man. My daddy living life is just a price that he paid. Sacrifices life, I'm slaving away. If there's one thing I hang on to, what gets me through the night? Have a nice day. Have a nice day. Take a look around and look at what you'll see. We're living in the broken home of hopes and dreams. Let me be the first to shake a helping hand. Anybody brave enough to take a stand? Knock on every door on every dead end street, looking for forgiveness, what's left to believe? If there's one thing I hang on to, what gets me through the night? Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day.
Day. We'll sing a song for the broken hearted. We'll sing a prayer for the departed. Just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive and alive. My heart is like the open highway. Парни, вы классно выглядите и классно поете. Поздравляю с невероятным достижением. Я счастлива вручить вам эту награду. Бон Джови, обладатель бриллиантовой награды. Эту бриллиантовую награду. Большое спасибо всем. Элэю, Стиву, Джею. Нашей звукозаписывающей компании Island Def Jam, которая привела нас в Polygram 22 года назад. Спасибо всем за удивительный путь, который мы прошли. Особенно нашим фанатам по всему миру, которые не бросали нас. Мы надеемся, что вы и дальше будете любить нас. И спасибо ребятам. Ричи, Дэйву, Тико. Все 22 года они поддерживали меня. Большое им спасибо. Впереди еще 22 года. Американская суперзвезда, обладательница платиновых дисков Пола Абдул. Не близок путь из долины Бека в Ливане до подмостков театра Кодек в Голливуде. Она одна из самых успешных ливанских певиц, прекрасная исполнительница хитов с Ближнего Востока. Приветствуйте Элису!
بحس اني بيزيد احساس هوايا كل يوم عمري بيعدي وانت معايا فيك بحس اني بيزيد احساس هوايا ولا غصب عني بشتاق выступление, Лиса. Вот твоя награда как самому успешному ближневосточному артисту. Поздравляем. И Лиса, самая успешная ближневосточная артистка. Добрый вечер. Быть здесь сегодня определенно мечта любого исполнителя. Поэтому я очень горжусь этим радостным мгновением. Я посвящаю свою награду моей прекрасной стране Ливан и всем ливанцам, а также моей семье, моим поклонникам по всему миру. Огромное спасибо моему замечательному менеджеру. Большое спасибо. Спасибо. Так как это всемирная церемония, следующего исполнителя представит российская звезда тенниса и актер итальянских корней. Итак, опытная и прекрасная Анна Курникова и отважный не менее прекрасный Антонио Сабата-младший. Анна, музыка R&B популярна в России? Еще бы, Антонио. Хорошо. Конечно, а в Италии она популярна? Да, в моей родной стране она очень популярна. Хорошо. Значит, мы по праву вручаем награду самой успешной группе, поющей в стиле R&B. Конечно. Вот они, начиная с пятой. Самой успешной в мире R&B группы. На пятом месте Претти Рики. На четвертом 112. На третьем месте Инь-Янь Твинс. На втором Black Eyed Peas. И самая успешная R&B группа Destiny's Child. Destiny's Child – самая успешная R&B группа в мире. Большое спасибо. Для нас это невероятно важно. Конечно, это был наш последний альбом, последнее турне. И так приятно удостоиться такой любви. Большое спасибо, друзья. Мы уже благодарили наших менеджеров Мэтью Ноулс и Тина Ноулс. Большое спасибо вам за то, что вы были самыми лучшими в нашей жизни. Мы так вас любим. Спасибо нашему лейблу Sony BMG. Спасибо нашим стилистам Таю Хантеру, Энджеле, Бионсе, нашим замечательным помощникам, нашим фанатам. Это вы сделали нас такими. Но в первую очередь мы благодарим нашего Небесного Отца, который провел нас по такому пути и был для нас всем. Благослови вас всех, Господь! И вновь добро пожаловать на World Music Awards. Наша следующая гостья сыграла в кино самых разных персонажей. У нее сексуальный голос. А у тебя сексуальная прическа.
Например, репликанта в «Бегущем по лезвию бритвы», русалку во «Всплеске» и одноглазого киллера в обеих частях «Убить Билла». Сегодня ее роль гораздо проще. Она вручит весьма особую награду. Приветствуйте Дэрил Ханну. Мы все любим старый рок-н-ролл. И он особенно нравится нам, когда гастролирует ведущая рок-группа мира, как сейчас. Когда в турне 69-го года Rolling Stones стали представлять как величайшую рок-группу мира, они сделали этот девиз основой своих живых выступлений. Роллинги решили доказать, что писать красивые песни и выпускать горы пластинок не означает, что ты так разнежишься, что не будешь будоражить своих фанатов до тех пор, пока у них не затрясутся кости. С 1969 года роллинги раз в несколько лет гастролировали с колоссальным успехом, сохранив эту традицию. Их сегодняшнее турне в поддержку нового альбома «A Bigger Bang» с самого начала получил восторженный отклик. Успех живых выступлений Rolling Stones объясняется не колоссальными продажами их пластинок и не постоянными новшествами в их концертных выступлениях. А тем, что они демонстрируют яркую и неприходящую верность идее того, что группа жива, пока она выступает на публике. Музыканты творят в каждый миг своей жизни, и поэтому фанаты ходят на концерты Stones. Видеть живое выступление роллингов значит видеть, как группа работает изо всех сил, и они не намерены ставить точку. Сегодня Rolling Stones получает награду как лучший гастролирующий коллектив. Сейчас они на концерте, поэтому мы поймаем их на сцене. Ребята, это награда World Music Award для вас. Спасибо за то, что вы удостоили нас награды «Лучший гастролирующий коллектив всех времен». Простите, что мы не можем быть с вами сегодня, но мы только что начали мировое турне «Bigger Bang». Rolling Stones – лучший гастролирующий коллектив всех времен. Скоро увидимся, Америка, а весь остальной мир скоро увидит нас. Пока! Готовьтесь зажигать с Мэрайей Кэри. Everybody here and go somewhere. Gotta make that move. Put somebody who appreciates all of I give. Boy, I gotta shake it up. Do what's best for me. Baby, and that means I gotta MC, shake it up. By the time you get this message, it's gonna be too late. So don't bother paging me, cause I'll be on my way. See, grab all my diamonds and clothes. Just ask your mama, she knows. You're gonna miss me, baby. Hate to say I told you. When at first I didn't know, but now it's clear to me. You were cheap with all your freaks and like compulsively. So back up a Louis Vuitton, jumped in your ride and took off. You'll never ever find a girl who loves you more than me. Sing along. Shake it off. Cause loving ain't the same, and you keep on playing games like you know I'm here to stay. Shake it off. Just like a cow on commercial line. Really gotta get up out of here and go somewhere. Gonna make that move. Say what? For somebody who appreciates all I give. Boy, I gotta shake it off. Gonna do what's best for me, baby, and that means I gotta shake it off. Hey, man, let's go. Shake, 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 shake it off. Shake, 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 shake it off. Shake, 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 shake it off. Come on. Shake, what it do? Shake, 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 shake
got room by the pool, on the beach, in the streets where Joe was. Hold up, my phone's breaking up. I'ma hang up and call the machine right back. I gotta get this off of my mind. You wasn't worth my time, so I'm leaving you behind. Yeah, cause I need a real love and I like. Say this recording because I'm never coming back home. Uh-huh. Baby, I'm gone. Don't you know I gotta shake you off? Cause the love ain't the same. And you keep on playing games like you know I'm here to stay. Shake it off. Just like the cab on commercial line. Really gotta get up out of here and go somewhere. Shake. Gonna make that move. Uh-huh. For somebody who appreciates all love I give. Boy, I gotta shake it off. Gonna do what's best for me. Baby, and that means I gotta shake it off. Everybody, come on. Shake it off. Shake. Gonna shake it off. Дамы и господа, встречайте актрису, певицу и младшую сестру Бейонсе Соланж. Если девушки решают создать группу, их обязательно будут сравнивать с лучшими представительницами их жанра, начиная от Supremes и заканчивая LaBelle. Но девушек, которых мы чествуем сегодня, не будут просто сравнивать. Они уже завоевали свое место среди лучших исполнителей всех времен. Бейонсе Ноулс, Кэрри Роуланд, Мишель Уильямс, Destiny's Child. Первый альбом группы вышел в начале 98 года. Их первый сингл «Но-но-но» разошелся тиражом свыше миллиона штук. Альбом «Writings on the Wall», вышедший летом 99 года, стал феноменом первой пятерки. В том же году песня «Say My Name» принесла группе первую награду Грэмми в категории «Лучшее выступление дуэта или группы в стиле R&B». Весной 2001 года вышел альбом «Survivor», заняв первое место в хит-парадах. По всему миру продано 9 миллионов копий этого альбома. Готовьтесь! «Destiny Fulfilled». В самом зрелом альбоме группы 4 крупных хита: Lose My Breath, Soldier, Girl и Cater to You. По всему миру они продали свыше 50 миллионов альбомов. Они стали ведущей мировой женской вокальной группой. Destiny's Child – самая успешная женская группа всех времен. Этому трио воздают почести три новых певицы, которых они вдохновили. Эмери, Риана и Тиара Мари. Now you wanna act like you don't know what
please welcome. Приветствуйте, мисс Пати Лабелл. Destiny's Child, девочки, я была на вашем месте с Сарой Дэш и Нонной Хендрикс. Когда-то я пела в группе, и группы становятся лучше. На моем последнем диске есть песни, которую, как мне кажется, будет так кстати спеть сегодня для вас, девочки. В память жертв наводнения в Новом Орлеане и в честь всех наших солдат. Why you look so sad? Girls, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Oh, don't be ashamed to cry. Let me see you through. Because Miss Patty's seen the dark side too. Confess could make me love you less. Girls, I'll stand by you. Oh, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Oh, oh, so if you're mad, get mad. Destiny's Child поют Бэби Фейс и Ашер.
kick off your ears. What you wanna eat, boo? Let me feed you. Wanna run your mouth? Tell your eyes I promise you, I'll keep myself up. Remain the man you fell in love with. My love is right. I'll love you through the night. Oh, turn the game on. I'll brush your hair. Put your hand on. Want a back rub? A manicure? Hey, hey. I wanna cater to you. Yeah. Oh. Любой настоящий мужчина умеет заботиться. Каждая потрясающая женщина заслуживает заботы. Ведь вы потрясающие женщины. Let us cater to you. I'm cater to you. We wanna cater to you. Cater to you. Идемте с нами на сцену. Только для тебя, детка. Ты не будешь против, если я... I just wanna take it nice and slow. I just wanna take it nice. I'll be right away.
девочки. Destiny's Child — самая успешная женская группа всех времен. Как артистка, подруга и сестра, для каждой из вас, девочки, я восхищаюсь всем, что вы сделали, потому что вы добились этого своей красотой, песнями и изяществом. Я люблю вас, я так горжусь вами. Для меня было удивительно расти, наблюдая за вами. Итак, после всего сказанного, Бейонсе, Келли и Мишель, пожалуйста, примите награду самой успешной женской группе всех времен. Это был потрясающий вечер. Спасибо всем, кто выступал. Ребята, я не могу поверить, вы сделали это для нас. Спасибо, ребята, спасибо. Наша группа родилась, когда нам было по 9 лет. Прошло много лет, и я знаю, что мои лучшие воспоминания связаны с этими девушками. Я благодарю вас, девочки. Я сейчас заплачу. Спасибо вам, Келли и Мишель, что были моими лучшими подругами. Я так вас люблю. Я даже не могу выразить, как я люблю вас и ценю вашу красоту и талант. А мы любим тебя. Я не хочу говорить долго, но большое спасибо за этот прекрасный вечер. Это один из лучших вечеров нашей жизни. Ради него мы столько старались. Благослови вас, Бог. Мы любим R&B. Мы так тебя любим. За все. За то, какая ты женщина, исполнительница и наставница. Какая ты многогранная. Ты удивительная. Я люблю тебя, Мишель. Простите. Спасибо, друзья. Правда, скажу вам откровенно, я никогда не думала, что однажды буду стоять здесь. Но благодаря Бейонсе и Келли мои мечты исполнились. Если бы не вы, я никогда не объехала бы весь мир и не сделала бы то, что мне выпало сделать. Я благодарю вас от всего сердца. Я люблю вас. Спасибо. Спасибо. Наши следующие гости разбираются в музыке намного лучше меня, потому что они музыканты, а я актер. А еще они продержались 10 недель в первой десятке. Ник Лашей и Тони Брэкстон. Тони, прежде чем вручить награду, я хочу спросить, можно как-то упомянуть, что у тебя через пару недель выходит новый альбом, а я сейчас записываю свой? Знаешь, лучше придерживаться сценария. Да? Да. Ну, как скажешь. Мы должны вручить награду самой успешной поп-певице. Начинаем отсчет. Самая успешная поп-певица. На пятом месте Джессика Симпсон. На четвертом Джей Ло. На третьем месте Шакира. На втором месте Келли Кларксон. И самая успешная поп-певица мира — Мэрайя Керри. Поприветствуем ее. Мэрайя Керри также получает награду как певица, чей сингл чаще всего звучал в 2005 году. Мэрайя Керри — самая успешная поп-певица мира, исполнительница сингла, наиболее часто звучавшего в 2005 году. Боже мой, большое спасибо. Правда, большое спасибо. Это не моя заслуга, а милость Божья. Вот почему я стою здесь. Это такое счастье. Я снова должна поблагодарить Л.А. Рида, всех в компании IDJ, Марка, Судака. Спасибо всем моим фанатам за то, что постоянно были со мной. Меня переполняет благодарность. И если я кого не упомянула, то только потому, что уже поздно, я забыла. Я не специально. Дот Моррис, спасибо, что был со мной с самого первого дня. Большое спасибо всем. Я вас очень люблю. Большое спасибо. Вы видели ее на обложке многих журналов и на киноэкране. Встречайте, Рэйчел Хантер.
Наша следующая исполнительница – одна из новых, но уже одна из крупнейших звезд Австралии. На родине она 7 раз занимала первую строку хит-парадов. Она суперзвезда по всей Европе. И скоро в нее влюбится Америка. Мы все в World Music Awards полюбили ее потрясающий голос и хотим представить ее вам. Встречайте! Приветствуйте самую успешную австралийскую певицу этого года, удивительную Делту Гудрум. Единственная гостья, которая побывала в Тибете в составе Китайской народной освободительной армии. Журнал People назвал ее в числе самых красивых людей в мире. Забавное сочетание. Вместе с Беном Аффлеком она снялась в фильме «Светский человек». К ней присоединится супермодель, бывшая мисс Швеции и девушка года журнала Playboy. Встречайте Бай Лин и Викторию Сильверстед. Спасибо. Я люблю музыку. Это волшебство в нашей жизни. Единственный язык, на котором может говорить каждый человек в мире. Это язык музыки. Да. Каждая нация творит свою музыку. Во многих странах есть артисты, которые настолько популярны, что ими может наслаждаться весь мир. Сегодня мы чествуем самых успешных артистов из самых разных стран. Взгляните. Самый успешный канадский певец Майкл Бубле. Самый успешный китайский певец Джей. Самая успешная немецкая группа Рамштайн. The
Самая успешная ирландская группа U2. Самый успешный японский певец Orange Range. Самый успешный испанский певец Алехандро Санс. Самая успешная южноамериканская певица Шакира. Самая успешная корейская певица Боа. С нами прямо из Рима один из выдающихся итальянских актеров. Критики в восторге от его игры в фильмах «Под солнцем Тосканы» и «Чужой против хищника». С ним еще одна итальянская звезда, про которую Бернардо Бертолуччи сказал: «Самая загадочная актриса из всех, кого я знаю, дамы и господа, Рауль Бова и Джо Чампа». Спасибо. Не нужно быть итальянцем, чтобы наслаждаться музыкой нашего следующего певца. В его голосе такие сильные чувства, что его музыка проникает прямо в сердце. И неважно, понимаете ли вы слова. Он самый успешный певец года в Италии, и мы с удовольствием представляем его вам. Но должен предупредить дам. Он опасный романтик. Наш добрый друг Бьяджо Антоначчи. Lui è pazzo di lei, è per questo che non sa più darsi pace. Lui è gioco di lei, tanto buona. Oh,
alimento e buono e dentro lei è sale, fa male, ma porta quella cosa in più quando c'è poco sapore, ah, amore. Великолепное выступление. Это награда тебе, мой друг. Бьяджи Антоначчи, самый успешный итальянский певец. Большое спасибо, простите, я не говорю по-английски. Браво! Браво, браво! Браво, Бьяджи! Браво, Бьяджи, за то, что ты самый успешный итальянский певец. Спасибо. Спасибо от всего сердца, спасибо всем. Браво! Это мне? Тебе? Мне одному? Да. Большое спасибо. Я вас люблю. Я вас люблю. Очень. У него отличный голос. Он умеет двигаться. Он записал интересный новый альбом. Он такой секси. Я просто умираю. И у него самая классная попка в нашем городе. Следующую особую награду вручает Рики Мартин. Как жизнь, Лос-Анджелес? Я хочу ощутить ваш жар. Ну же. Прекрасно. Хорошо. У каждого из нас есть свой герой. И сегодня мне повезло воздать почести моему герою. Я слушал его музыку всю свою жизнь, и это не преувеличение, ведь он появился в чартах за 2 года до моего рождения. Вы знаете его музыку, такие песни, как «Evil Ways», «Black Magic Woman», «Oye Como Va». Через 30 лет после Вудстока он выпустил свой величайший хит «Smooth». Он вошел в альбом Supernatural, который разошелся по всему миру тиражом свыше 25 миллионов копий. Неудивительно, что в 2000 году он присутствовал на церемонии Грэмми, установив рекорд 8 наград за один вечер. Прежде чем я вручу награду легенды человеку, который был вдохновителем и примером для многих из нас, я хочу, чтобы вы услышали его живое выступление, потому что такое событие должно произойти хотя бы раз в жизни каждого человека. Вокальную партию исполнит Мишель Бранч. Это мировая премьера его нового сингла «I'm Feeling You», легендарный Карлос Сантана.
won't get him by then. Дамы и господа, непостижимый Карлос Сантана. Карлос Сантана, лауреат премии «Легенда». Большое спасибо. Для меня большая радость и честь присутствовать здесь. Прежде всего, я хочу сказать об исцелении этой планеты. Судан, Луизиана, бразильские трущобы Фавела де Барио, кварталы Гарлема — все это одно целое. Мы в силах исцелить друг друга. Я хочу призвать всех вас заглянуть в свое сердце, найти свой огонь и исцелить эту планету. Видя вас, я верю, что вы можете это сделать. Я верю в вашу веру в себя. Благослови вас Бог. Спасибо за награду. Будьте счастливы. Следующую награду вручает автор сценария, исполнительница главной роли в новом фильме «Грязная любовь» Дженни Маккарти. Год назад об этих артистах не знал никто. Теперь они соседствуют в хит-парадах с легендарными суперзвездами. Вот финалисты в категории «Самая успешная новая группа». Самая успешная новая группа. На пятом месте Претти Рики. На четвертом Бастед. На третьем месте Иль Диво. На втором месте Кейн. Самая успешная новая группа Killers. Killers. Самая успешная новая группа. Добрый вечер, дамы и господа. Я Ронни Винуччи. Я позволю моему доброму другу Дэйву Кунингу поблагодарить всех. От лица Киллерс мы благодарим Стива Бартлза, Элли Рида, Джей Зи, Роба Стивенсона, Брэда Мэрика, Джеффа Солцмана, Дика Редмана, Робби Рейнольдса. Я хочу поблагодарить наших поклонников и всех, кто ходит на наши концерты. Остальным двум парням я передам привет от вас.
Он добился признания еще в юности. Ему было всего 13, когда он попал на вершину хит-парада. На наших глазах он стал настоящим национальным сокровищем, одним из лучших музыкантов Америки. Дамы и господа, Стиви Уандер! Спасибо. Спасибо. Это была великолепная церемония. Нам осталось вручить две награды. Это важные награды. Лучшему артисту и лучшей артистке года. Многие только мечтают о таком годе, какой был у этого артиста. Он лидировал в чартах с вереницей хитовых синглов со своего альбома, разошедшегося тиражом свыше 10 миллионов копий. Его музыка обладает поистине универсальной привлекательностью, легко переходя из одного формата в другой, делая его певцом нашего времени. Лучший артист года Usher. Usher, лучший артист года. Ну и ну. Это были удивительные два года. Вот уж не думал, что один альбом будет популярен так долго. Мировое турне, столько наград, и им нет конца. У меня захватывает дух. И я благодарю... В первую очередь я благодарю моего Господа и Спасителя за все его благословения. Я благодарю World Music Awards за то, что меня пригласили. Мелисса, Мбуги, спасибо, что вы всегда со мной. И большое спасибо всем моим поклонникам. Последняя награда сегодняшнего вечера – лучшей артистки года. Она не просто заслужила этот титул. 15 лет с ее первого появления в чартах – она настоящая музыкальная стихия. Хотя она уже становилась лучшей артисткой года, похоже, что этот год будет самым успешным в ее карьере. Благодаря своему последнему мультимиллионному альбому и трем синглам, ставшим хитами по всему миру, лучшей артисткой года становится... Мэрайя Кэрри! Thank you.
Мэрайа Керри, лучшая артистка года. Должна сказать, это просто невероятный вечер. Я благодарна стольким многим людям, всем моим друзьям, которые были со мной. Трею, Мэриэн, Рэйчел, Шаде. В следующий раз она будет звездой, следите за ней. И серьезно, поклонники, мне не хватает слов, чтобы сказать все о моих поклонниках. Я благодарю вас от всего сердца за то, что вы были такими. Спасибо моим менеджерам, моей охране, всем, кто заботится обо мне и всем, кто был со мной. Я так вас люблю. Эта награда посвящается моим фанатам. Большое спасибо. Я никогда, никогда не забуду это. Спасибо. Всего хорошего. Потрясающая церемония, потрясающие выступления. Да, мы с Кармен зажгли кодек, но это еще не конец. Да, Джеймс, нас ждет еще одно незабываемое выступление. Мы не можем попрощаться, не услышав хотя бы одну песню в ритме жизни. И вновь Стиви Вандер. Я хочу посвятить слова любви и молитвы жертвам урагана Катрины. Для меня тоже приготовили сюрприз. Дамы и господа, Kid Rock. Some days for 14 hours, you can bet he barely makes a dollar. His mother knows to scrub the floors for me, and you best believe hardly gets a penny. Награды вручаются по результатам продаж с 1 августа 2004 года по 31 июля 2005 года, полученным от региональных членов Международной Федерации Производителей Фонограмм. Победитель в каждой категории определяется путем тщательной проверки результатов продаж. Почетные награды вручаются решением комитета World Music Awards. Just enough,